Да, Раф, как мы сегодня попросим у Творца нашего мнения и мира в мире, так, чтобы это почувствовали наши сердца? Мы обязаны просить у Творца мира для товарищей и мира для всего мира на всех уровнях, во всем, чтобы не было, и чтобы Творец показал нам, что Он действительно соединяет. И все, что происходит в мире, это только для того, чтобы пробудить нас к молитве, к обращению к Нему, чтобы мы приблизились к Нему. И поэтому мы задействуем молитву. Как мы можем задействовать Его как партнера нашего? Все время просить у Него выяснение молитвы, выяснение объединения, потребности к этому, все необходимое, чтобы прийти к Нему с правильным требованием, чтобы Он мог ответить. А каков должен быть результат? Мы его должны ждать? Результат должен быть таким, что то, что я прошу, я получаю. Да? Результат должен быть очень четким, очень явным. Праведник просит, а Творец выполняет. Что мы должны быть, увидеть объединение между нами? Объединение между нами, чтобы распространилось оно на все народы мира, и Творец наполняет это объединение и радуется вместе с нами. И это сейчас, да? Это в наших силах сделать сегодня. Да, разумеется. А ты что, определяешь ему порядок действий?